Автомобили-беспилотники, скалыватель льда с тротуаров и роботизированные мойщики фасадов покажут на межрегиональном форуме «Городские технологии» 27 апреля. Выставку посвятят изобретениям, которые пригодятся для городского хозяйства. Также на форуме можно будет познакомиться с технологиями, которые не имеют мировых аналогов. Например, омолаживающий состав для асфальта. Он выгоднее и лучше битума. Специальное покрытие не пропускает воду и не трескается от перепада температуры. Этот же состав можно наносить на кровли домов. Он не допускает протечек и на крышах не образуются сосульки. Резидент Академпарка презентует технологию очистки системы отопления. Если от накипи, грязи и отложений избавить стояки и батареи, они прослужат гораздо дольше, а в квартирах будет теплее. Основная цель, конечно, это то, чтобы нас о нас знали, да, потому что установка, она внедрена, она используется во многих компаниях, но этого на данный момент недостаточно, потому что внедрение прошло относительно недавно.